Здравствуйте, мои дорогие друзья! С Новым годом, с новым счастьем! Первое видео, Димаш видео 2019. Я приехала обратно домой в Сингапур, и я вот здесь в моем студии. И у меня были очень хорошие 2 недели с мамой. Она меня накормила, пельмени и там всю русскую любимую еду. Да, видно. И посмотрите, что я нашла в русском магазине в Германии. Вау! Вот это да! Если вы со мной дружите на Instagram или на Facebook, вы, наверное, уже узнали, что я купила красивую, хорошую казахстанский шоколад. Казахстанский шоколад вот сразу видела и сразу подумала, если я буду Димаш видео делать, я буду этот шоколад кушать и буду с чайком или с кофем пить. У меня еще такой интересный Екатерина. Смотрите, там танцуют. Это ново. Вау! А там все народ танцует. Окей, давай сделаем маленький стоп. Еще одно что-то сказать. Если он поет лайв, это очень просто вроде бы узнать, если он поет лайв, это потому что ларинкс, я вот сейчас русское слово не знаю, он шевелится, да, наверх идет, вниз идет. Movement of the larynx, right? You can clearly see here, especially when you are male, because you have a bigger larynx, and you're gonna see the movement. Это очень быстро узнать, если ты поешь лайв. Вот на этих постановках, на этих каналах, я знаю, что они невозможно это все лайв сделать, потому что у них большой народ, и там все и другие артисты, и это просто, да, просто невозможно это все быстро сделать. Давайте дальше посмотрим. Естественно, понятно, если ты на сцене, и ты профессионально это делаешь, естественно, люди хотят, чтобы ты профессионально уже пел по-английски или там по-китайски, я не знаю. Сначала человек поет по-китайски, по-английски, там по-итальянски, по-французски. Это тоже вообще нелегко. Сначала надо in every language has its different sound, has different work, different tongue position, different larynx position. It's not so easy to pull up. To sing in a different language takes time, takes practice, and it takes patience, right?
Просто нереально. А, видео так быстро закончилось. Если я была бы он, если у меня был такой бы голос, я, естественно, тоже лайф не пела не постоянно, потому что, чтобы берегить голос, это просто нереально каждый день петь лайф. Это очень тяжело, это работа, и это очень важно, чтобы состоять этот голос, ты должна делать специальную диету, ты должна смотреть, как ты живешь, как ты разговариваешь, ты не можешь просто каждый день разговаривать утром до вечера, если тебе такой голос, тебе надо хорошие тренировки. И мы тоже с мамой разговаривали про это. Это это талант, и талант, и работа, это... Просто настоящий феномен, если вы смотрите на YouTube и вы пытаетесь кого-то найти, так, который так поет, это просто... Он бы давно уже где-нибудь бы спел, правильно? И на самом деле, что мужик так может еще задержать этот фальсетто и head voice, whistle register, это просто нереально. Есть очень хорошее интервью на Марайя Керри, и ее спрашивали, почему она live не поет, и там сказали, это не может быть, у нее такой голос, и как она так, она live не поет. И потом она пошла на телевидение, она спела live, и она сказала, я не могу с моим голосом, таким большим инструментом, я опять это сказала, я не могу постоянно так лайв петь, потому что я должна берегить мой голос, и у меня голос идет низко, да вообще до whistle, to whistle note, right? И чтобы берегить этот голос, я должна быть аккуратна с ним, и это правильно. И знаете, где проблема? Проблема не петь каждый день, проблема, что мы очень много разговариваем, и это, что делает нас очень tired, you know, because we speak every day, all day, and that's what makes us tired more than the singing. Опять попалась как русский-английский микс. Если вы пишете на комментарии, пожалуйста, не забывайте написать линк, это очень-очень важно. Я могу посмотреть на это видео, некоторые видео тоже невозможно смотреть на моем районе. Есть такая улыбка, мы любим людей с улыбками. Давайте много дальше улыбайтесь. И будем наблюдать и дальше смотреть. Я вас целую и с Новым годом опять, и с новым счастьем, и чтобы все было хорошо и исполнилось у вас. Большой привет и до встречи!